Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем проходить игру Darkwood. Так, ну что ж, как помните, я умер от отравления, когда тронул нечаянно труп, который взорвался и отравил меня. И начинаю я со своего дома. Так, ну что у нас? Две дощечки есть с гвоздями. Две проволоки, точнее одна. Ладно, ничего страшного, время уже у нас позднее, так что будем готовиться к отражению всякой нечисти, потому что наступит ночь. Так, задвинули мы, короче, шкаф с вами. Так, что у нас тут на верстачке есть? Мы можем сделать с вами одну отмычку пока что, и вроде бы как все. Так, у нас есть еще гриб. Надо будет его, кстати, съесть обязательно. Так, дерево. Ну, с деревом у нас пока, с досками, точнее, проблем нету. Сами прекрасно видите. Там 10, еще 5, 15 и гриб. Хотя гриб мы съедим сейчас. Так, и проволочка. Все, замечательно. Так, давайте быстренько подбежим к плите и употребим его. Ух ты, и должны получить новый скилл. Так, что бы нам выбрать-то здесь, а? Так, раз в день можно восстанавливать. Вот так, восстанавливать здоровье, поедая грибы. Грибная терапия. Вот, скорее всего, вот это я выберу. Так, восстанавливать здоровье рядом с источником света. Раз в день тоже можно. Ну, я вот это выберу. Так. Странно. А негативного нету. Так, подтверждаем. И что это у нас тут такое, я не могу понять. Опять нас торкнуло, что ли, получается? По всей видимости, да, сохранение прошло. Хм. Ладно. Не понял. Ёлки-палки, это мы где с вами? Нет, только не в подземелье. Зачем они нас сюда отправили? Все равно нам отсюда не выйти, нам нужен ключ. Так, иди. Иди, иду. Так, а это что у нас такое? Фонарик, что ли? Блестящий камень, вот это хорошо. И еще один. Ух ты. Так, бронированная дверь. Давайте смотреть. Ну что же, прислонить ухо к замочной скважине. Так, посмотреть замочную скважину. Оу, а это что такое? Это... какое-то бесформенное тело. Я даже не знаю, что это такое. Иди ко мне. Опа-на, открылась дверь. Иди сюда. Слушайте, по-моему, это какая-то замануха. Он бросает блестящие камни, да? И зовет нас, чтобы мы шли за ним. А для чего? Чтобы нас там шмякнуть где-нибудь. Качели. Карусели. Хм, интересно. Я надеюсь, эти камушки потом не пропадут, когда мы с вами здесь закончим все это дело. Так, тихо, не жужжи. Так, не понял, тут же камень только что был. А, вот он, вот он. Не врублюсь, где у меня свет? Почему света-то нету? Так. А, нужно было его еще включить. А я его нечаянно, видимо, выключил. Так, давайте заберем еще камушек. Ну точно заманил его, а? Просто нутром чую. Тут еще при всем какое-то болото у нас. Да, можно сказать... Оу, тихо, тихо. Это что такое? Ёлки-палки, она что, разрастается или мне кажется... Блин, ну неужели мне надо туда нырнуть, а? Да. Видимо, какая-то эта сущность аномальная. По-другому ее не назовешь. Так, ну здесь я вижу у нас тупик. Черт бы их побрал. Ну если я не хочу туда прыгать, давайте тогда с вами немножко здесь походим, пообследуем. Вдруг что-нибудь найдем такое хорошее. Интересно, сколько я уже тут намотал, а? Уже бегаю, наверное, минут 5-7, это точно. И ничего нету.
Такое впечатление, что на самом деле нужно было прыгать. Это что такое? Прыгать в ту аномалию. Лампа, включить. Ух, ё-моё. Горы трупов или... Да нет, они вроде бы как живые. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, что-то мне эта затея не очень нравится. Нафиг-нафиг, тихо, что за свет такой в конце туннеля? Давайте-ка... Ой, исчезло все. И опять начали появляться у нас блестящие камни. Так, а время-то... Кстати, время-то у нас остановилось. Нифига у меня уже камней-то сколько. Я только сейчас обратил внимание, что у нас остановилось время на... Грубо говоря, на половине седьмого. И опять эта аномалия меня зовет к себе. Но если мы нашли здесь лампу, значит, может быть, что-то найдется еще. Давайте походим, как говорится, вплоть от стенки до стенки. Обойдем все вокруг. Ну и если здесь ничего не будет, то прыгнем тогда в эту аномалию. От безвыходности. Кстати, а по идее, я же сюда зашел через дверь, значит... Она должна быть здесь где-то для выхода обратно. В общем, получается так, что я облазил здесь практически все. Никакого выхода здесь нету. Аномалия почему-то у меня тоже исчезла. Ну, по крайней мере, я ее не могу найти. И я просто оказался в тупике. Что мне здесь делать-то? Вот так вот я, ребята, от стенки до стенки прошел практически всю эту локацию. И ничего хорошего здесь не увидел. Я здесь абсолютно один. В общем, погоди-ка. Оу, кровать? Не понял юмора. Ага, опять сохранение. Опачки, мы вернулись, ребят. И время пошло. Время начало продолжать идти. Единственное, что для меня осталось загадка, для чего это все было сделано. Нам показали темный лес, болото. В принципе, там больше ничего не было, кроме одного ночника и вот этой вот кровати, которая нас вернула обратно. Ну, надеюсь, у разработчиков были какие-то, наверное, на этот счет планы. Наверное, в дальнейшем мы разберемся, что к чему и почему. Так, коктейль Молотова, таблетки, это нам все пока не нужно. Время-то уже 7 часов, надо подготавливаться к очередной ночи. Так, тут у нас аккумулятор, тоже таблетки. Ничего такого хорошего нету. И камни, я думаю, вообще можно было бы, по идее, выбросить. Мы ими еще ни разу не пользовались. Честно говоря, даже и неохота. Так, рюкзак. Здесь у нас капкан. Также у нас здесь отмычка есть. И панцирь. Все это забираем. Так, тут у нас еще действующий капканчик. Так, давайте мы, наверное, с вами вот этот стол... перетащим вот сюда. Ну, елки ты палки, будешь дверь закрываться или нет? Так, и этот капкан у нас еще на месте, замечательно. Так, ну давайте, наверное, сбегаем сейчас с вами. Заодно включим генератор. У нас один светящийся камень есть. На продажу, как говорится, он пойдет. Да-да-да, надо генератор врубать. Время-то уже 8 часов почти. Сейчас будут бегать всякие кошмары сюда к нам. Так, верстак. Ну что тут на верстаке? Отмычку можем сделать. Хотя, если честно, это не принципиально, потому что у нас одна есть. Мы также можем с вами починить свои доски с гвоздями. Хотя ничего мы не можем сделать, потому что не хватает гвоздей. Да. Слушайте, у меня же была целая куча гвоздей. Куда это все делось? В конце-то концов. Так, давайте быренько-быренько побежим так. Подкрепились маленько. Включать генератор, пока не поздно. Так, жесть уже. 8 часов. Это уже не шутки. В это время начинается все самое интересное. Ну что же, как видите, бензина у нас здесь в генераторе полно. Да ты будешь закрывать дверь-то или нет, елки-палки. Молодец, а. Давай, закрывай, отлично, все, бежим домой. Ё-моё, 9 часов уже. Как тут время летит, просто моментально. Вот где этот, для этого тайника взять мне код?
Вот самому интересно. Давайте также попробуем. 3-3-3. Ну, мне кажется, не прокатит. Неверный код. Ну, еще бы. Так, что тут за лаги начинаются? Тихо. Кто такой? Да что такое происходит? Я не могу понять. Все, вижу, ребята, вон он. Это у нас мелкий хмырь, который бросается камнями. Давай быстрее. Оу! Ё-моё, началось, ребята, 10 часов, все тут в полном разгаре. Нафиг, надо быстрее сматываться. Я даже не знаю, что будем делать. Так. Давайте задвинем, попробуем дверь. И будем ее держать, чтобы они сюда не вломились. Так вот. Давай, прижмем поплотнее. Отлично. И будем уповать на то, что никто к нам сюда не вломится. В тот раз, как вы помните, меня сдвинули вместе с этим шкафом к ядрене фени. Так вот, буду держать. Но время еще раннее. Сейчас будет 00 часов, ребята, все. Время самых ужасных кошмаров началось. Только остается дожидаться. Насчет света я не беспокоюсь, потому что генератор у нас полностью заправленный. Но здесь, может быть, кто-нибудь другой появится на этот раз. Так, первый час ночи, точнее уже второй. Так, слышу, кто-то открывает уже там двери. Так, 2 часа почти. Что там за звуки такие? Как будто какая-то слизь ползет. Вы слышите? Мне это совсем не нравится. Так, опять этот, что ли, пришел сюда, а? Еще и волки. Псы, точнее. Черт, может быть, мне вон туда уйти в угол с этим шкафом? Так, погоди-ка, а это еще что такое здесь? Что за аномалия? Смотрите, ребята, освещает лес. Может быть, какое-нибудь НЛО прилетело? Ну, это же не может быть грозой. Скорее всего, нет. Это что-то извне. Честно говоря, есть такое желание сейчас туда сбегать и посмотреть. И в то же время очково. Так, лагерь оборотня. И у нас там потерявшиеся предметы остались после того, как я погиб при отравлении. Надо будет мне потом туда сбегать, забрать все манатки свои. Ну что же, я вам могу сказать, уже 6 утра почти. И ничего такого здесь страшного пока не было. Ну, за исключением вот то, что там в лесу какой-то яркий свет горит. И главное, непонятно от чего. Ну ладно. Давай, утречка, наступай. Нам осталось всего лишь часок простоять. Вы заметите, да, при этом свете, который сейчас горит, ни лая, ни скрежета, ничего не происходит. Абсолютно тишина. Блин, как бы хотелось бы посмотреть, что там происходило в этот момент. Может быть, все-таки надо было выбежать. Ну да ладно. Ну, а мы с вами переходим на 9-й день. Ух, репутация увеличилась у торговца на 100. И он уже стоит, родной, ждет меня. Так, отодвигаем здесь все. Ну что ж, давай, торгаш, посмотрим, что у тебя есть. Так, 102 очка репутации у нас, значит, да? Ну, у него нет того, что нам нужно для улучшение нашего верстака. Это только, наверное, у оборотня.
А для этого нужно сходить к нему. Слушайте, а что я к нему схожу, если, по-моему, там даже не хватит нам очков? Так, улучшить верстак, как вы видели, нужны инструменты. Или же еще ткань надо. Боковое зеркало. Интересно. А, оно стоит 0. Бесполезно его брать с собой. Панцирь. Зачем нам, интересно, вот этот панцирь нужен? Так, и еще у нас есть блестящий камень, который стоит 130 очков. Два хлеба есть. Так, канистру, наверное, возьмем, заправим там маленько сейчас. Четыре гвоздика всего осталось. Куда у меня все гвозди-то подевались, я не могу понять. Была вроде такая куча их. Ну-ка, торгаш, покажи, что у тебя есть. Так, таблетки. Интересно, он будет? О, камень, давайте, 130, да, итого получается 232 очка у нас. Лезвие топора, лопата, все это, конечно, нужно обязательно мне делать, потом оно все пригодится нам. Таблетки. Нужна канистра. Так, вот, возьмем две на всякий случай. Так, металлолом тоже пригодится. Ну и вроде бы как все. 82 очка осталось. Так, ладно. Нам осталось, наверное, что? Изолента нужна? Нет, я вот не помню. Лезвие топора. Часы нам точно не нужны уже. Давайте вот так, наверное, сделаем. Для одной отмычки еще. И для... По-моему, уже перебор, да, идет? Гриб. Вот так. Вот, самое идеальное, ребята. Возьмем проволоку и гриб. Так, ну гриб мы сейчас съедим сразу же. Благо, печка тут недалеко у нас. Ёлки-палки, сколько нужно теперь эссенции, чтобы поднять себе следующие, как бы сказать, умения. Так, ну-ка, верстачок. Смотри-ка, мы можем здесь однозарядный пистолет сделать. На один заряд всего, на один выстрел. Давайте сделаем. Мало ли какой-нибудь там будет вражина. И мы его быренько бахнем. Если честно, я даже не представляю, как он стреляет из него. Ну, все это увидим. Так, горючка. Горючка выкладывается. Таблетки. Ага, объединили. Три штучки можно с собой носить, это максимум. Ясненько. Так, дальше мы с вами идем отключать наш генератор. Чтобы он зря не транжирил горючее. Ну, иди сюда, заходи. Давай, отключай. Все, теперь нам нужно подумать, куда рвануть. Сейчас заправим еще маленько. Так, наверное, мы пойдем к оборотню, может, сходим. Так, сколько у нас тут горючего? Ух, нам этого хватит с головой. Сейчас дозаправим полностью его и побежим. Давай, 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 давай. Черт, все. Отличненько. Ну что же. Так, погоди-ка, погоди-ка. Не буяньте, где-то здесь рядом совсем стоят. Ох, щит, вот это да. Вот это нежданчик. А ну-ка, блин, промахнулся, ребята, промахнулся. Иди сюда. Так. Великолепно. И еще один удар. Да елки ты палки, ну что ты делаешь? Заргут. Забираем кусок мяса. Ну и бежим с вами далее. 8:20 у нас времени. Так что надо спешить. Так, погоди-ка, знаете, что я хочу посмотреть, ребят? Помните, у нас там, когда мы дома сидели ночью, горел свет. Вдруг там что-нибудь упало или приземлилось. Просто хочу сейчас проверить это местечко. Как говорится, ради спортивного интереса, да? Это где-то было вот здесь. Вот якобы на этой полянке.
Но, по ходу дела, здесь ничего нету. Угу. Даже досок нету. Хм. А, нет, смотрите-ка, есть гвозди, бревно, камень. Значит, я не все добрал в тот раз. Так, давайте-ка тогда здесь глянем. Ага, здесь пусто. В общем, здесь ничего особого у нас не произошло. Все-таки было очень интересно, что это был за свет такой, а? Так, это у нас ручеек. А это кто такой? Труп. Ого, таблетки и проволока. Так, погоди-ка, вот это вон она стоит, псина. Ну, мне драться с ней невыгодно, потому что у меня очень хлипкое оружие. Дубинка-то практически сейчас уже кончится. Вот так вот сделаем. Мало ли что. Так, ну что, теперь можно смело бежать. Оу, а здесь? Оу, надо. Надо вскрывать, отмычка, по-моему, у нас с вами есть. Да-да-да, именно так. Все, замечательно. Так, подожди, а что такое, почему? Вот. Что нам здесь достается? Оу, таблетки, батарейка, канистра с бензином. Ну, спички, не знаю, блин. Ладно, придется сбегать домой, все выложить. Только начал играть, все вокруг да около пробегал. И уже, ребята, 10 часов дня. Так, гвозди сюда. Так, мясо, мясо пускай остается. Вот это вот тоже выложим. Камень сюда. Так, таблетки, таблетки. Так вот. И вот эту вот канистру выложим. И вот эти таблеточки, наверное, еще одни, потому что их 3 штуки объединить нельзя. Вот так. Примитивное оружие, да, значит. Палка у нас. Ну-ка, давай-ка починим. Замечательно. Теперь у нас, по крайней мере, все починено. И нужен инструмент, чтобы улучшить верстак. А для этого нужно что-то продать оборотню. Он нам просто так не согласится. Сейчас мы еще заберем. Да тихо ты, блин, полы какие скрипучие. Вот так вот. Где здесь у нас? Ага, вот он этот ящик, забираем батарейку и 2 спички. Интересно, для чего здесь спички? Еще, по-моему, ни разу ими не воспользовался. Так, грибы тут ядовитые валяются, мы их оббегаем. Так, оборотень должен быть где-то здесь, наверное, чуть-чуть пониже. Вроде бы уже не один раз бегал по этой карте, а все равно чуть-чуть досомневаешься, что в правильном ли направлении мы идем. Ну, как видите, все отлично. Вот он наш родной волчара. Чего, мясо? Давай ко мне сплетню. Ну, это мы читали. Ничего нового ты мне не сказал, так что давай торговать тогда. А вот, ребята, и инструменты, ящик с инструментами. Вот он нам нужен. 200 очков он стоит. Ух, как дорого-то все. Спички. 3, это 5. Батарейка 25. Таблетки 40. Так, давайте попробуем. Может быть. Ну, по-моему, не хватит. Капкан 20-ку стоит. Жаль, конечно, жаль, что у меня не хватает материалов для торговли. Мне бы здесь найти... Как интересно, можно здесь обнаруживать вот эти вот светящиеся камни. Они очень хорошо стоят. Ну, как вы понимаете, их здесь очень редко можно найти. Тихо, блин, нифига! Как она ломанула, вы слышали, да? Из лесу там. На, блин. Так, черт, как же по ним тяжело попасть. Валяйся, отдыхай, мразота. Так, а нам нужно как можно быстрее побежать на ту карту. И разведать ее, по идее.
Так, тут у нас ничего абсолютно нету. Ладно, пробегаем сейчас через вот эту локу, через сгоревший дом. И 12:20, мы уже на этой стороне. Убежище в глухом лесу. Кстати, мне нужно как-то его найти. Опять почему-то темно стало. Так, глухой лес. Угу, наверное, здесь лежат дровишки, ну-ка глянем. Ага, гвозди и бревна. И надо быть очень аккуратным, потому что здесь где-то должны быть твари ходить. Грузовик. Ага, вот он, значит, как прицеливается. Так, шина. Я вот, честно говоря, не знаю, для чего она нам нужна. А можно залезть? Ох ты, по-моему, здесь можно залезть вовнутрь. Оу, это что такое? Ну-ка нафиг! Это что за тварь? Нифига, тут уже и мертвецы встают. Оу! Ё-моё, ну, бомби! Да, промахнулись. Хотя не промахнулись, нифига, блин. Да ладно тебе, блин, отцепись ты. Ребят, это, по-моему, была жесть. Она хоть вообще умирает. Расколбасила меня. Блин, ну надо же, а. Я опять в этом доме. Черт, повстречался, называется, с твариной. Ух, как она быстро меня заколбасила. И патрон я потратил зазря. Ну, тем не менее, мне нужно было проверить, ребята. В первый раз я такого монстра вижу. Так, давайте-ка вот так вот мы сделаем все. На. Интересно, чем ее можно подбить? Ну, бьет она очень-очень сильно. Так, выложим. Что нам тут надо? Ну, это уже, я так понимаю, наверное, тоже нам уже не пригодится. Единственное, что, может быть, можно его как-то зарядить. Хотя я сомневаюсь. Ремонту не подлежит, все, ребята. Ее только продавать, наверное. Хорошо, пускай пока полежит. Что у нас тут с собой? Да ничего нету. Ну и идем обратно туда, хотя время уже 2 часа. Тем не менее, рискнем. Если мы сейчас возьмем с вами эту коробочку с инструментами, то мы сможем улучшать наш верстак. А там, наверное, что-то будет новенькое. Так, давайте торганемся с ним. По-быренькому. Так, давай хлеб этот, он нам все равно не нужен. Так, факела эти сигнальные. Сколько он стоит? Ух ты, шикарно. Так, и еще что-то надо ему загнать, блин. Так, ну камни он не берет, потому что они вообще бесплатно. На спичках отыгрались. Замечательно. Просто великолепно. Ладно, теперь придется обратно бежать все-таки домой. Время у нас сколько? 16:00. И улучшать верстак. А там посмотрим, что нам будет доступно. Сейчас улучшаем верстак и смотрим, что нам будет доступно. Ага, отлично. И серп не прерывает атак врагов. Нам не хватает металлолома, да? Ладно, хорошо. И однозарядный дробовик. Однозарядный. То бишь опять на один выстрел и все, что ли? Так, пистолет. Малокалиберный полуавтоматический. Самодельный дробовик. И легкая броня. Ого, тут еще и броня у нас будет. Ага, чтобы создать этот предмет, нужно улучшить верстак. Понятно, значит, нам нужно еще разок улучшение сделать. Да, вот тебе и не задача. А я-то уж губишки раскатил. Да ладно тебе, ну что ты там, а? Так, камни сюда. Переключились. Оу, зачем ты это делаешь? Камень почему-то нельзя забрать обратно. То есть, получается, разок кидаешь, и все, и камень у тебя тратится. Ладно, тогда побежали. Я так и думал, что здесь мы все с вами уже подобрали давным-давно. И, видимо, не успеем мы уже туда добежать, потому что время 5 часов. Еще и псина здесь гуляет. Может, ее нахлобучить, а? Так, не трогай меня. И я... Блин, все-таки... На!
Все-таки рванула. И это зря, конечно, она сделала. Так, давай кусок мяса заберем. Да, вот незадача. Блин, ну неужели нельзя сделать так, чтобы какое-нибудь, я не знаю, быстрое перемещение было или еще что-нибудь в этом роде? Локация же открыта, по идее, да? Хотя, может быть, если я бы там нашел убежище, я бы смог там переночевать. Так, что это такое у нас? Ну, это просто ящик, уже причем скрытый. Блин, такое впечатление, что нам придется здесь опять оставаться на всю ночь. Давайте сделаем, наверное, отмычку одну. Она нам пригодится. Проволока здесь больше вообще ни под что не идет. Так, давайте эти бревна выложим. Они занимают только инвентарь мне. Так же, как и спички. Коктейль Молотова. Хотя, может, он пригодится мне, когда я пойду в ту локацию. Наступает время приключений. Вроде бы подготовились. Ага, уже началось. Не успел зайти, уже зашкварчало там что-то. Слушайте, я знаешь, что придумал? А что, если я возьму вот этот шкаф и встану туда вот между кроватью и стеной и шкафом прикроюсь? Может быть, меня никто не заденет, не сможет пройти. Там же все-таки узко. В принципе, неплохая идея, да? Так, и, например, если мы забросим кусок мяса. Ну вот если оно будет лежать рядом, вот здесь. И псина, например, выйдет. Она же, по идее, должна переключиться на мясо. Как говорится, пока не проверишь, ничего не узнаешь. Так, давайте берем. И подтащили, наверное, мы его. Так, время уже сколько? 11 часов. Успею я или нет? Стоит рисковать? Или не стоит? Черт подери. Совсем мне это все не нравится. Моя эта затея дурацкая. Так, потихоньку. Главное не вляпаться в свой капкан. Вот он стоит. Так, давайте вот здесь вот перехватимся. И вот так вот. Ой-ой-ой, тихонько. Блин! Ой, идиотизм. Вляпался я все-таки, ребята. Все-таки вляпался в свой собственный капкан. Ладно, будем вот так вот стоять. Я вот про эту идею говорил. Тут, в принципе, узко. И... хотя... собака может протиснуться вполне. Ладно, будем стоять ждать. У нас время сколько? 1:30. Тихо нафиг, иди отсюда. Стрёмно, ребята, стрёмно здесь вот так вот стоять. Лучше бы я все-таки держал дверь. Но, тем не менее, 3 часа уже почти ночи. Ничего пока не происходит. Авось прокатит, а? Так, тихо. Что это за звуки? Утки на юг полетели, что ли? Черт подери. Не утки, а вороны. Давай. Время. Почти 5 часов. Так, все. В мой дом кто-то вошел уже. А, так, идет говнюк. Идет ко мне, по ходу дела, сюда. Черт подери, как стрёмно, а?
6 часов. Осталось 2 часа продержаться, ребята. Полтора часа. Да ладно вам, дайте мне спокойно пережить эту ночь, не трогайте меня. Я ничего плохого не делал. Ой! Идет. Ох ты, это кто такой? Это кто такой? Не понял юмора, блин. Так, ну что, исчезло, да, вроде как? Ядрить тебя на корень, это что за... Да ладно вам, блин! День 10. Слушайте, ребят, я выжил же, да? Ё-моё, это что такое было? Вы видели, а? Повелитель воронов, блин, явился ко мне самолично. Вот это да. Причем наплодил вот этих мелких воронят, которые на меня напали. И я ничего не смог сделать, они шкаф просто разбомбили. Теперь я остался без защиты. 102 очка репутации. Да, только лишь могу гриб взять себе. Так, ну ладно, хотя нет, подождите, можно взять у него, знаете, чуть-чуть, тряпок. Тряпки пригодятся, у меня вообще ни одной аптечки нету. Сделать хотя бы себе бинты. Все, вот так вот мы сделаем. Блин, самое хреновое, что я остался без шкафа. Так, смотрите-ка, фонарь тут у нас. Лампа, точнее, это, да. И легкая броня. Нужно улучшить верстак. Я не могу ее сделать, потому что у меня верстак, видите ли, еще не улучшен. Нужно 4 металлолома и какой-то, я не знаю, что это такое, но, видимо, детали от заправочной станции. Интересно, а лампа это хорошо освещает или нет? Чтобы проверить, нужно ее сделать. Так, 2 тряпки у нас, 2 капкана, бензин. Аккумулятор мне не нужен здесь. Бутылки эти тоже, кстати, пустые бутылки. Я так и не понял, для чего они. Канистра нужна, наверное, нет. И капканы, хотя пригодятся нам в дороге. Всякое может быть. Так, починить предмет. Давайте починим себе. Отлично. И все-таки, наверное, я у торговца куплю этот гриб, который лежит у него. Давай-ка, родной, сколько он там стоит? 40 или 30? Ткань 450. Мне нужна ткань. Ну, так дорого стоит она, а? Так, ладно, грибочка. А, он полтинник у нас стоит. Довольно недешево, да? Ручка затвора. Так, ладно, покупаем. И сразу же его, наверное, съедим. Сколько он там нам даст эссенции? 20 штук всего лишь. 20 штук, а стоит 50 очков. Блин, невыгодно, совсем невыгодно брать. Ну что же, осталось только пойти и выключить генератор. И дальше идти исследовать этот темный лес. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр и увидимся уже в следующей серии. А на этом все. Всем пока и до скорого.